Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Андрей Дуйко, и это мой официальный YouTube-канал. Это канал, который посвящен советам по изменению жизни человека, изменению в лучшую сторону. Вся информация по магии и эзотерике выложена в бесплатной первой ступени эзотерической школы Кайлас. Огромное количество информации на тему здоровья, везения, счастья, совершенно бесплатно все. Философия, психология, советы к жизни, как себя вести в семье, как привлечь в жизнь материальное благополучие, стать независимым человеком, магические методы, как найти работу, как обрести семью, как найти мужчину или женщину, как создать великолепные отношения в семье, вебинары по здоровью, ответы на письма читателей, вебинары по знахарству и целительству, нетрадиционная медицина, как развить паранормальные способности, как заниматься йогой и гимнастикой, мной созданные мантры, коды, шумы, акустические системы лечения многих заболеваний, привлечения счастья в жизнь. Все это на моем канале «Изменяйте жизнь». Если пенсии будут оставаться в таком же размере, то некого будет прививать в дальнейшем. Так человек, который на ночь смотрит Инстаграм, допустим, хорошая жена, хорошего мужчины, ей попадаются, допустим, какие-нибудь реакции кого-либо на что-либо, бесконечно вам говорит: «Обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя». Вот садитесь, не мечтайте о том, как он женится, а представляете, как он вас, допустим, читает мантры от онкологии. Или женщина читает, допустим, какие-нибудь коды для лечения сустава. После этого живые люди, обычно это доверчивые, они начинают думать и начинают искать подтверждение. Это подтверждение, оно обычно заключается вот в чем. То есть они начинают идти к гадалке. Гадалка на картах не может сказать да или нет. Берете два пальца вот таким образом. Берете, смотрите на эти пальцы, плюете на них два раза, как я вас научу. Три раза. После этого прикасаетесь к ячменю, плюете еще раз. Убираете руку и плюете через левое плечо. Продукта — это обычно магический прием, который называется «я испытываю радость от этого предмета». Именно поэтому, чем больше радости...